Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Миша, чуть наоборот не сказал. Игрушка под названием Battle Ball. Слишком много букв, поэтому я растерялся. У нас люблю, когда много. Спасибо. Ну, я переведу Юлин язык на всякий случай. Ultra Space Battle Brawl называется игрушка. Ну, я сказала вообще, не подумай, что я там какая-то психованная, но это я думаю, так говорю. Тебя уже знают. Ну, это просто 8-битный стиль там. Кто включит тут П? Да. Что-то психованное. Короче, погнали, в общем, собственно говоря. Здесь, по сути дела, такой космический у нас, как объяснить, бейсбол, что ли, ну, да? Да, да. То да. есть у нас посередине шарик. Я вот слева с синим. Мы Элвис Пресли такие. Сосиска аппетитная у них. Погоди, не бей, я немножко объясню. У нас, видите, с каждого края есть головы. Их нужно разбивать именно мячиком. Когда вы их все разобьете, то противник проигрывает. Такие вот дела. Давай, Матюша, проходи быстрее здесь. Все, пока. Вот, в общем, вау. Погнали. Отчет дан, все, погнали. Все, в общем, разбиваем бошки, погнали. Очень сложно, резкое управление, мешаются еще астероиды, от которых отбивается мяч. В общем, Юля, сколько не мучилась, так и не получилось. По поводу управления немножко расскажу. Вот, у нас, как сказать, можно играть на клавиатуре, буквально нужна кнопка движения, кнопка удара, либо с геймпада. Вот Юля именно с геймпада сейчас и играет, так что давай. Чего там Юля долго мучилась, я как видишь... Смотри, я никак попасть не могу. Я тебя обыгрываю. Да я просто, когда я говорю, у меня одна проблема, когда я разговариваю, вот, у меня все, концентрация на ноль. Да тебе посмотрю, что там, Катя. Это у нас вот такой буйный порой, не дает нам... Нет! Так. Фига, я так здорово ударил, одни астероиды. Смотри, у меня все бошки красные, абсолютно просто. Мне пора включаться на полную, чтобы предотвратить свое поражение. У меня, кстати, какая-то шкала ультра накапливается. Я не знаю, что она значит, что она делает. Вот, надеюсь, это суперудар. Я стараюсь изо всех сил. Мы, кстати, оба приноровились. Мы даже не ближе, не дальше не отъезжаем. Мы чисто по одной линии стоим, как Тетрис. Вот игрушка была. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На нафиг. Вот был бы еще прикол. Что творится, что творится. Все, отбил. Чтобы ускорялось. Еще что-то хотел сказать по поводу этого. По поводу игры. Но я запариваюсь, честно. Ну да ладно. Красота. Сколько я набил мячик, и все мне эти астероиды мешают. Да. Я видишь, как делаю? Набиваю. Коронка. Да блин. Это все. Нет! Я даже... Блин, да что? Еще, давай. А у меня там пусто. Я раньше думал, вот, про что хотел сказать, что мне нужно попадать, грубо говоря, разбить голову в эту щель, грубо говоря, чтобы шарик залетел. Но здесь не так, увы. То есть все гораздо дольше. Сложный батл. Сложный батл. Блин! А мне вот, кстати, все, че, вот у меня две головы, попробуй попади по ним. Блин, то есть мне астероиды, я бы тебя уже давно бы сделал. Они больше работы выполняют. Надо встать здесь и все, блядь. Давай, давай, давай. Мне нечего терять, у меня всего две башки. По ним попасть очень сложно будет тебе. Блин, если бы мне эти долбаные опять же строили, что такое-то. О, сейчас они действительно... Нет! Блин! Да, да, все у меня, они все у меня балякаются, валякаются. Ну-ка, давай, дожмем Юлю. Ой, 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 лучше не сваливать. Игрушку я вообще, да кстати, идиот. Хотел сказать, совершенно случайно нашел. Я искал для вот инди-бро картинку, и фигак попадается такая мне игруля. Да. Вот уж вообще, я был приятно удивлен, вышла бы она недавно буквально, как я помню. Когда же у тебя развалится этим, блин? Да тут, кстати, раунд-то не короткий, я могу сказать. Че, я всё? Уже из последних... Запеклась? У меня это вообще халява. Мне терять-то по сути нечего, но тебя тормошить очень приятно. Очень. Вот, еще. Блин, у меня скоро. Вы видали, сколько у меня было? Они были все целые. Ну реально, вот в одну эту башку. Ты видала? Попасть. Астероид. Астероид спас. Ну это вообще. Сколько попаданий в голову надо? Причем нужно попадание, такое чувство почти прямые. Причем от меня. Да, Юль, слушай, попадания от астероида, я что-то заметил, не считаются. Так что сильно не переживай. Хотя, может быть, они мало отнимаются. То есть, ого! Ого! Вот это ого! Плохо, вот это плохо. Ого! Так, теперь я боюсь, теперь я... Блин, как сложно же попасть. Же попасть. Же попасть, господи.
Взял, вот пришел и в рукопашку тебе давал. Ты ёпарасоте. Если ты выиграешь, это будет вообще. Это будет очень хорошо, я считаю. Очень прям. Осинома. Давай. Юльчик. Юльчик, волчик. Ну-ка. Слушай, Юлька. Я сдох. Ты заметил, что у тебя есть второй раунд? Ультра какая-то была на РБ. Ты в следующий раз. Вот, я хотел просто посмотреть, что она обозначает. Ну, мы вот как раз этот раунд играем, и будет сам-то. Блин, пока я тут смотрел. О, пошло дело туда, куда нужно. Нет, нет, видишь, нет. От астероидов Юль не отнимается, так что сильно не переживай. Вот от тебя отнимает сразу. То есть, нужно два попадания от игрока. Блин, тут... Вот, провожать надо уже. Нормально так. По моей тактике. Так, нормально. Надо как под каким-то рикошетом, потому что напрямую у тебя летит, это ничем не заканчивается. Блин, очень сложно вообще. Очень сложно. Это очень интересно. У нас еще шкала жизни, я вот заметил, есть. Я что-то не замечал, думал, голову разбил. Все. В принципе, она не нужна, если у вас голову или тут. Реакцию надо хорошую иметь, потому что. Да. Блин, чего сейчас не отнялся? От астероида, потому что. Ай-яй-яй! Пошло уже, все. Вот когда люди начали, привыкли к управлению, уже начинается прям такая же скачка. Батл такой, прям. Я вот не знаю, куда мне двигаться. Все. Замечательно пошло дело. У кого как? Ну, для меня. Просто я проболтал вначале очень здорово. Мне кажется, из-за этого я начал проигрывать. На самом деле я мастер. У тебя там жарко, я смотрю. В твоей половине экрана. Да что ты будешь делать? Эти астероиды, они меня очень вымораживают. Я прям... Я не знаю, я уже мечусь, тут, как самый веник. Не знаю, куда ты податься. Ой, блин. Фу. Три башки. Вот опять же сейчас три головы у Юли останутся, и все мои разлетятся. Очень сложно. Да у меня-то фишка-то в чем? Что они все в одном месте находятся. И чё? От этого-то рикошет никто не отменял. Есть, отлично. Вот таким образом можно хоть что-то сделать. Ну давай. Вот, ты уже там, да, встал? Ладно. Да. У тебя вот именно в одном месте, тебе не нужно метаться. Ты встал там и защищай их, по сути. Да, да только если ты попадешь, то сразу все бошки у меня снесутся. Ну не все, во всяком случае. Так. По одной сносится, так что не переживай. Да блин. Ну ты уже когда-нибудь... Юлька, нажми ультра, РБ. Так, ультра. Так, понятно. Так. Посоветовал, сам с тремя головами остался. А, у меня тоже вот она есть. Как она используется? О, ультра. Все. О! О! Красота! Давай, 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 давай. Да, ненадолго их. Да ты-то что там обосновалась? Блин, я так сейчас проиграю, слышь. Матрёна, ну-ка давай заворачивай эту ерунду свою. Я тоже так стану. Кемпер, что с этим, с большим пальцем там посла, что здесь сейчас? Это надо сейчас... Так, у меня вообще положение стало хуже намного. Блин, это астероида. Блин, а почему? Нет, ты же не задел. Нет. No. Я все просрал. Одна башка. Нет, не одна еще осталась. О! Я астероидов вот не осталось. Я вот так буду. Е, ну это просто судьба. Победа, это, вот, че, это не судьба, это я доказала вообще свой профессионализм. Молодец. Кемперство свое доказала. Какое кемперство? Ладно тебе. Ладно. Тут тактика, понимаешь? Тактикал. Тактикал Джулия. Понятно, свой ник там, мой РПГ какой-нибудь. Я обязательно это тоже включу в свою книгу, которая там что, потом... Что, кемперство? Да. Займите точку. Ладно, в общем, Ultra Space Battle Bro, вот такая игрушка, довольно-таки прикольная, ссылочку мы оставим, что играйте, наслаждайтесь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, и ставьте лайк. Послушал, кто тощий. Ладно, всем пока. Тоже. Чао, какао. Пока.